молодежи в голове сплошное. Подозрительно ты выглядишь, приблуда. Приглядывать, белоголовый. А в зиме тоже с голоду дохнут. А конские трупы жрут. Что это у тебя там? Сушеные грибы, милстарь! Трудно тебе тут будет с работой, ведьмак. Должно быть магические. Ах, какое там! Душно! Душно! Никакие там, то не магические, а все наши, свойские! Хлебе машины и катушки. Актерам злость больше денег вот зарабатываешь, ведь, чем ведьмаком. О, люди! Мой папочка очень не любит эльфов. А ты эльф? Ведьмак, ребята, он как трупоед. С виду гнусный. Стена. И чтобы у бедноты да столько рукописей. Такие времена, что любой нищий буквы складывает и разум себе подарит. Ну и ветер. Что такое? Тебе тяжесть-то какая! Эй, там! Подойди сюда! Помоги! Никак не сдвину эту проклятую плиту! Наверное, те, кто положил ее на саркофаг, предвидели визит расхитителей гробниц. О. А, ты же не знаешь, кто я? Не знаю. Профессор Вермонт Йон. Оксенфордский университет. Кафедра прикладной археологии. Согласно одной старинной карте, в этом саркофаге находится бесценный манускрипт эльфов — рукопись из Дар-А. Возможно, он прольет свет на конфликт эльфов Айн-Эйли и Айн-Сида. Ну так как, поможешь мне? Ну хорошо, откроем саркофаг. Помоги-ка. Блёда Глевин! Это вампир. Наверное, он здесь регенерирует. Еще 5 минуточек. Что, уже 1358? Нет. Ну так и пиздуйте отсюда.
Вечно со мной происходит что-то такое. Ну да ладно, откроем еще раз. Зачем? Ты видел там хоть один эльфский манускрипт? Я не успел рассмотреть. Может, он положил его под голову. Будь по-твоему, откроем еще раз. Ну чего еще? Каждую минуту будут стучать, уроды. Хватит уже! Помоги! Да верно. Не знаю. Профи... Ну-ка. Блин. Это... Есть. Что? Не. Ну... Зап... Я не... Будь... Ну чего? Знал что-нибудь о манускрипте? Мне не показалось, что он хотел разговаривать. Ну, может и к лучшему. Ладно, спасибо. Будь здоров. Оставь в покое бедных людей.
Нечего языком трепать. У дома три стражники. Нехорошо. Они пришли за мной и за вами. С ума сошел? Хочешь, чтобы нас убили? В чем дело? В чем дело? За... Тела можно... Вся улица... Успокойтесь. Отдавай ожерелье. Лапы прочь. Геральт. Не надо, но очень хочется. Идите отсюда! Если бы мне было... Что, ты зли? Злюсь, но они заслужили. Рисковали, это правда. Но за щедрую плату. Да, но они могли взять... Прошу тебя, хотя бы... Это могло бы стать началом интерес... Мне кажется, это идеальный момент для дискуссий. Самое время... А ты смог бы бросить Весемира, Эскеля, Ламберта... Смог бы... Я понимаю, что ты обо мне беспокоишься. Я знаю, что ждет тех, кто попадет в руки охотников. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Надо как можно быстрее привести чародея. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Видишь? До порта вот... Поэтому по улице. В случае трудностей мы должны были... Я знаю навигационные каналы. На охоте... Об этом я и хотела тебя... Теперь понимаю... Да. Что мне делать? Надо помочь Анисе и Бертольду. Просто вычеркнуть их и забыть — это жестоко. Хорошо. Но надо идти сейчас же. Время не ждет. Веди. Где убежище? Недалеко, в обрезках. А сейчас нельзя обращать на себя внимание. Должны нас заметить. Что-то происходит. Неплохо. Взять их. Нет, умоляю вас, мы ничего не сделали. Как же, как же. Меригой. Иди. Вы в порядке? Можете идти? Да, да. Я никуда отсюда не двинусь. Я не так глуп. Бертольд. Ты видела, что творится на улице? Нас поймают, прежде чем мы дойдем до порта. Поймают и убьют. Пойдем, сейчас же. Пойдем. Спасибо. Надо как можно скорее добраться до остальных. Стой! Ты слышал?
Там еще двое. Сядь их. Ты проверяла каналы под Зимородком? Нет. Я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только. Еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах. А теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Но вот остальные без меня. Нет. Это ж ясно, как вечный огонь. Видно, ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы опоздали. Они уже там. Ты хоть знаешь, кому дерзишь? Покажи, что умеешь. Холера. Мы слишком задержались. Нет, мы спасали двух человек. Да. Ценой его жизни. Хорошо, что мы успели прежде, чем они отыскали укрытие и схватили остальных. Я не могу считать жизни, Геральт. Но сейчас не время для траура. Пойдем со мной. Сюда, Геральт. Три. Нет. Геральт, подожди минутку. Ты должна... Я просто родился, стра... Ты тот? Нет, но я вам. А почему твое чуд? В таких масштабах только с недавно. Хорошо иметь. Позже все раз. Мы ждали слишком. Это безумие! Значит, мы пойдем в порт? Нас. Возможно. Если что, я буду вас защищать. На мою помощь вы тоже можете рассчитывать. Да. Но это... Ты воспитал этого... Не время сводить! Я пойду с Гер. Непременно. Встретимся на... Рис, ты... Обижусь. Если только выйду из этого живым, брошу чары к ебени матери. Нет. Именно этого и ждут церковь и родовит. Удачи. Чтобы магия исчезла, и мы... Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом грёбаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Ну что, паскуда?
Библиотека? Смотри! Стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варацци. Невероятно. И все редкие издания. Мы вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. Трис, я нашел выход. Да. Погоди. Слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец, помнишь? Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Красота. Неудивительно, что здесь было столько крыс. Кто сбрасывает сюда все эти трупы? Мы под рынком. Рядом с резиденцией Карла Варезе, Тесаке. Думаю, это не совпадение. Ну да. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Тело бледное, иссушенное. Раны только в области шеи и горла. Следы от когтей, длинных и острых. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. Это какой-то низший вампир. Не отходи далеко. Постоянный источник дохода. Ну, пойдем. Ты слышишь? Чайки! У нас получилось! Пойдем. Надо подготовить корабль. Наконец-то.
Сколько можно таскаться по подземелью? Успела смотреть? Старо. До ковера, до... И... Я... Не помочь. Не лезь не в свое дело. Мне жаль, но... Что тебе вообще... Люблю романтически... Охотники! На корабль! Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. Еще только одно прощание. Спасибо. Я никогда... Я тоже буду о тебе вспоминать. И всегда с улыбкой. Госпожа Меригольд! Иду! Держись. И поцелуй от меня Цири, когда ее найдешь. Баран. У меня были свои... Да. Но даже пустозвон... Как ты думаешь? Не знаю. А сколько их осталось на се... А что... Не. Меня... Трогательное. Затем, чтобы... Я не... Знаю. Дикстра. Говно это. А сейчас стало очень гореть. Молчи. Подумай над моими словами. Я подумаю. Прощай. У тебя сегодня плохой день. В чем дело? У нас, сударь, ведьмак. Бедняга должна выявить разных чу... Почему бы нет? Время есть. Ну так ведите, сударь, ведьмак. Может, вы... Ах, да. Из каналов? Пустой корабль. А вы меч покажете? Никто не знает, откуда он там взялся и кому принадлежит. Да. Это все, что ты можешь сказать? Да. Я думаю, что если чего не понимаю, то лучше и не говорить. Только у меня! Акция! Один товар по цене двух! Ну, как-то так. В жизни надо рисковать! Спать, спать, спать! Отпечатки башмаков. Следы ила из водостока. Мой сладкий. Что такое? Thank you.
Кровь свежая. Холера, опять я потерялся. Смилуйтесь, господин. Эх, ведьма. У меня больной ребенок. Вот да у не тебя один. Жизнь. Не надо ли тебе чего, мастер? Король Вредан. Ну давай, не стесняйся. Король, меня найдешь все, что нужно. Сил нет. Вот где ты, сукин сын. Пять. Лады ведь... Оставьте его. Чудо чудное. Ведьмак защищает охотника за колдуньями. Я не шут... Нет? Гребаный змея! Я. Может, не стоит судить по... Слушай... Пом... Да чего ж вы вежливые становитесь, если вам чего-то нужно? Тебе обязательно мне мешать? А знаешь... Все еще видно, что твоя правая нога была сломана. Себя прилично приблуд. Это навека. Я договорился. Геральт из... Интересный ч... Хватит. Синяки на заднице уже отцвели. Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ну давай, сдавай зачет.
покажи, чему научился. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Чего спешит? Ты всегда гуляешь? Всегда. Но его прив... А мое прив... На конь. Меня используют. А мне не нравится. Видишь ли? У меня только... Должны. Я не хочу... Лучше смотри, как... Перестань! Я сдаюсь! Ты в порядке? Да. Кстати... От скуки. Ага. Вот именно. Ну, хорошо. Возвращаемся домой. Я понимаю, что женщина должна следить. Она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Далеко. Это дочь посла Вар... Я не очень понял. А что тут? Ты обидел девушку. Попроси у нее прощения сейчас же. Простите, барышня. Простите великодушно. Веди себя хорошо, как твой приятель. Поклонись и иди проявлять свой патриотизм где-нибудь... в другом месте. Лукас и Коба. Я запомню эти имена. А когда мы займем Новиград, найду их и посчитаюсь с ними. Успокойся, они в конце концов ничего тебе не сделали. Они подняли на меня руку. Этого достаточно, чтобы им эту руку отрубить. Ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгаард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги, что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой, самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров. Находится в Серебряном городе. Советую посетить. А чем больше пью, тем больше требую. Геральт, здравствуй, мой дорогой. О, извини. Тише, тише. Я... Они ждут. Сюда, пожалуйста. Прошу наверх. Давай наверх, шеф уже ждет. Ох.
А, Геральт, ты... Все только о нем. Кроме того, знаешь, я вас... И я... Ты звал, я пришел, все просто. А теперь давай к делу. Думаю, моего товарища представлять не нужно. Проше, ты здесь? Безработные шпионы должны держаться вместе. Когда-то ты защищал одного короля, теперь готов убить другого? Гордиться тут нечем, но я взвесил все варианты и не вижу ничего лучшего. Родовид уже не раз доказал, что его заботят только собственные интересы. Он вторгся в Каэдвен, когда тот умолял о помощи. Когда я поп... Начинается ри... У меня не осталось... Как так? Только до тех... Он мечтает... Ну хватит, опали. Ладно. Один наш... Надо его найти... Следопыта, зн... Может, еще что-нибудь... Он выдает себя за... Вы посвятили ряда. О, а когда прост... Ладно, я по... Спасибо. И помни... Я понял, поп... Мы рассчитываем. Тебя видели? Только мадам Сиренити и твой служка. А снаружи? Никто. Что? Ну, приятно было поболтать, Геральт, но у тебя, кажется, есть дела. Держись от меня подальше. Ты проходи. Свидание. Я ищу Гра... Ты его на... Геральт, ты... Я ждал, что он... Славно вы себе по... По приказу... Что они сделали? Справа... А который слева, так он с соседом. Так это от... А кто, по-твоему? Зачем? А что мне делать? И потом. Родовид. Ладно, давай к делу. Надо думать из-за наш... А в чем... Спасибо. Постой-ка. Грамота у тебя охранная есть? Без нее никто тебя не пропустит. Да, все есть. Ну и ладно. Удачи. Спасибо, увидимся. Тебя ждет смерть от отравления 3 фунтами стали. Пойдете со мной, корешки собирать? Думаешь, из крысы, что ли? Как цветок лилии. Да ну! Но кровавый барон голову от гнева потерял.
Повозка, похоже, не повреждена. Странно. Надо осмотреться, может, найду что. Следы драки. Кого-то, похоже, оглушили, а потом... Башмак, что-то мне подсказывает, что я на верном пути. А он что тут делает? Привет. Возьмак, иди себе. Бодки собираю. Да я вижу. Мне интересно, откуда они тут взялись. Выросли, как грибы. Башмаки из земли не растут. Не знаешь, кто их тут раскидал? Рок не может. Ок и Пок будут злые. Ок и Пок. Твои друзья? Находчики. Большие находчики. Нашли человека, а у него бодки на телеге. Вот столько. А что сделали с человеком? В пещеру сделали. Вон туда. Его съели? Не, он костлявый, нехороший. Бе. Ок сказал ему башмачить. Для Ога, Пога и Рога. Зачем вам башмаки? Человеки носят. Так Ог, Пог и Рог хотят. Будем большие хозяевы, как человеки. Бывай. Пещера троллей где-то рядом. Здесь стоит осмотреться. Time.
Аля? Ну, конечно. Кто еще будет учить троллей ругаться? О, Геральт, сколько лет! Этот кто? Спокойно, Ок. Это мой старый знакомый. Иди отсюда! Или в суп! Я ужасно жилистый. Это правда. Ты только взгляни на него. Кожа да кости. Ну, господа тролли, мне пора. Вы тут потренируйте, чему я вас научил. В следующий раз, как тут буду, устрою вам, сука, экзамен. Тала, не ходи. Тала, сиди на жопе. Вот и швей. Как я вижу, вы подружились, но Талер должен пойти со мной. Никуда не пойти. Вот и шить. Он мне нужен. Нужен тут. У тебя есть боты. У Ога нет. У Рога и Бога нет. Сделает боты, тогда пойдет. Так, спокойно. Талер вернется. Ему просто надо сходить со мной, взять кожи для ваших башмаков. Слушайте, Геральт, он херни не скажет. Вы ноги свои видели? У вас лапищи, как корыто. Чтобы шить вам башмаки, мне нужно очень много кожи. Мы с Геральтом пойдем сейчас. Принесем, сука, кожи. Потом я вернусь и зашью вам ботинки. Для Бога тоже? И для Рога? Две пары для каждого из вас, козлоёбы упрямые. Ну пусть идет. Только пусть вернется. Хы, я знал, что вы славные ребята. Скоро вернусь. Должен признать, что умеешь обращаться с троллями. Никогда не думал обзавестись детьми. Дети не тролли. Кроме того, ведьмаки бесплодны. Ох, и же ты ничуть не изменился. Чуть тронь, сразу смердишь, как гнилая капуста.
Давно мы не виделись. Нильфгард раздолбала разведку Темерии за... И что теперь? Работа над... Как живешь? Как картофельное море. Сижу тихо, в глаза не бросаюсь, рубаю картоху. Ну, будь. Я, сука, уже есть. Спасибо еще раз, Геральт. Отсюда я и сам доберусь. Обязательно расскажу DX3 и Роше, как ты Огу поднасрал. Бьюсь об заклад, они обосрутся от хохота. Что будешь теперь делать? Ну как что? Вернусь в Новиград. Там вместе с Дикстрой и Роше будем выдумывать наш гениальный план. Никаких подробностей. Прости, брат, но хер я тебе что скажу. Сука, если бы дело касалось только меня, я бы тут же тебе все и выложил. Я если кому и доверяю, то только тебе. Но я работаю не один, так что и решение принимать не мне одному. Лучше я помолчу. Ясно, я понял. Слушай, в Изиме... Просто выбрал наиметь. Старьевщик хер... Думал за... А башмачник может за... В этом... Красота. А то... Пехтурана. Бывай. Ох, она мне пригодит. Точно тебе говорю. Постарайтесь только, чтобы... Хе-хе-хе. Правду говорят? Я вообще люблю играть. Хочу поиграть. Представляешь, сколько я собирал эту замудоханную колоду? Нет. Кстати, ты не знаешь еще каких-нибудь умелых игроков? Самое главное, с хорошими картами. Последнее время все только и говорят о каком-то Ламберте. Говорят, колода у него охеренная. Ты с ним, может, знаком? Он вроде ведьмак. Thank you.
Пошла. Могу я посмотреть, как...
До свидания. Да славится вечное дело сотворения мира. Будь здоров!